так понимаю, позицию режима, да, она ну, частично имеет право на существование, хотя в некотором смысле проблема не в том, что мы проигравшая сторона, а проблема в том, что мы начали встраиваться в американскую модель геополитическую. На сегодня рассыпается уже американская геополитическая модель. На шкале истории Соединенные Штаты Америки находятся сейчас где-то примерно в состоянии СССР 1989-90 года. И по этой причине я бы не стал излишне драматизировать или преувеличивать этот факт. Мне кажется, что он будет играть далеко не столь важную роль, как многие другие. Россия на самом деле всего-навсего пытается самостоятельно решать те проблемы, которые Соединенные Штаты Америки фактически решать отказались. То есть это политика России скорее дополнительная демонстрация слабости Соединенных Штатов Америки, чем попытка как-то насолить. К самостоятельной игре мы пока не способны, и никто, кроме США, сегодня к этому не способен. Но, как выясняется, уже и у США возникают проблемы. Но поскольку альтернативного хода у них нет, и не видно, они не могут пока ничего предложить миру, то по этой причине они пытаются затушевать свои проблемы, рассчитывая на то, что какие-нибудь идеи появятся, а пока нужно удержаться. И поэтому их так раздражает политика России, потому что мы фактически своим поведением демонстрируем их слабость. То есть на самом деле, то, что сегодня происходит, все наезды на Россию, ну, подавляющие все, они скорее проявление американских комплексов, чем наша активность.